Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Sega Play. А мы, наконец, мы продолжаем The Long Dark. А нас ожидает третий эпизод. Да. И нам нужно, по-моему, найти копье, если я не ошибаюсь. Только как нам здесь найти копье? Это вот очень хороший вопрос. Может, как-то надо отвлечь? Так, а у меня что есть вообще? Серьезно, радиопередачки Джереми? Так. А, да, нас же поймали, точно. А где все мои вещи? Что за хуйня? Так, что за хрень? Один в поле воин. Угу. К себе в берлогу. Неужели на этом история легендарной двери закончится? Поищите копье в пещере. Угу. Поищите копье в пещере. Легко тебе сказать, блин. Поищите копье в пещере. А как мне... Слишком близко? Не, ну в смысле? Окей, ткань. Окей, хорошо. А чем мне отличить-то его? Можно кость взять? Нет, кость ты не возьмешь. Очень интересное дерьмо получается. Как мне тогда пройти? Куда мне пройти? А, ни хрена себе ты, блин. То есть вот так вот я должен был понять, да? Только не упади, я тебя умоляю. Отлично. Палку, да, палку. Палку я возьму. Окей, хорошо. Еще палочку возьму. А ты че не пригнулся-то? Приколист, блин. Сделал, не пригнулся обратно. Так, окей. Мы вот так вот пойдем. Ага, нам направо. Интересно, а сохранение, окей, хорошо. Че это шумит-то, кстати? Это он опять или че? Почему мне кажется, будто он слева? Он должен быть справа. Что-то это очень странно вообще. Но мне кажется, тут надо реально на коречках, чтобы он меня не услышал, иначе... Твою мать! Он, кажется, увидит, что жертвы его нет. А, ну да, я же сверху. Ну точно. Интересно, конечно, очень интересно. Так, нужно держать подальше или мне кранты? И надо найти копье. Да ладно. То ли забаговался, то ли чё.
Так, погоди-ка, надо посмотреть. Он куда-то ходит, получается, ведь так? Да. Весь маршрут. Так, ну его нахер, блин. Там человек? Да, там похоже на человека. Но он сейчас туда пойдет. Да, поэтому мне надо поскорее сюда пройти. Чего, он увидел? Не. Он не мог увидеть никак. Так, я так понимаю, мне туда надо. Так, он там. Но мне кажется, по воде надо. Да, вот так вот. Правда, потом хер знает как. Но мне кажется, мне сюда. Ты, блядь, серьезно? Боже мой. Блин, он уже здесь, что ли? Какого хера ты здесь делаешь? Да ладно. Ой, он прям здесь. А мы выберемся вообще отсюда сегодня, нет? Мне нужен его маршрут. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 не поворачивайся даже ко мне. Так, хорошо, ладно. Где он там в итоге? А, мне налево? Окей, ладно, тогда хорошо. Так, ты здесь нормально спустишься, да? Ты же не, ничего с тобой не будет? Да я уже в тебе сомневаюсь вообще. Опа! Здорово. Так, антисептик. Это не подбирается вообще? Повязка. Это ерунда пригодится. Ну да, ерунда, конечно. Так, разорванная бумажка прочесть.
Папа, когда появились огни, нам пришлось уходить. Мы подумали, что ты можешь заглянуть на старую тропу, но ждать было нельзя. Дичи все так же много, как и раньше. Думаю, у тебя дела будут еще лучше, чем у нас. Если ты это найдешь, передохни и двигайся на побережье. Мы будем ждать. Элиза. Угу, все. Двигайся на побережье. Мне очень жаль, чел. Мне очень жаль. Так, это что? Обезболивающее. Окей, хорошо. Это на случай того, если я все-таки столкнусь с медведем, да? А почему это если? По-любому, блин, я с ним столкнусь. Да боже мой, косолапый, ты заколебал. А там копье? Так, он сюда приходит, потом куда он уходит? Так, потом он назад отходит. Потом, скорее всего, он обратно туда уходит. Иначе я вообще ничего не смогу сделать. Он в стену пытается войти или что? Он кости просто обгладывает. Да, точно. Блин, нет, 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 я подожду. Я лучше подожду, потому что... Блин, мне не нужно было ждать. Ладно, теперь точно подождем. Короче, я думал, там что-то лежит, но там, кажись, просто палка. Мне, получается, вон в ту дыру надо. Угу. Окей, подождем. Я-то думал, это копье, блин. Да, уже сюда подходит. Мне нужно, когда он туда начнет уходить, туда забраться. Когда он начнет туда уходить, мне уже туда прям забраться. Во, погнали. Have to stay back. Да-да, не приближаться. Я понял, чел. Я как бы в курсах. Я не собираюсь вообще торопиться. Как же ты быстро, блин, жрешь? Чё ты такой быстрый-то, блин? Не, блин, он может так увидеть меня. Вообще на изи. Тогда надо немного подождать. Блин, как я неправильно сижу. О, вот так вот, нормально. Так, мне кажется, надо немножечко подождать. Окей, посмотрим. У него как будто оперение, блин. Я готов уже. Вот так вот, погнали. Давай, 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 давай. О, боже мой. Он не то что косолапый, он еще и слепой. Так еще и тупой. Ой, я не то нажимаю. Привык на С, блин. Вот оно, где копье. Надо как-то его достать, когда будут хоть какие-то шансы.
Окей, хоть какие-то шансы. Смотрим его траекторию. Как же он быстро ходит, блин, когда его не вижу. Главное, как копье там оказалось, а я там. Мы типа здесь оказались. Он аккуратненько положил копье, да? Угу. 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 А он без остановок, что ли, ходит или что? Интересно, оно потом пойдет по обратному пути или как? Блин, если он начнет сюда заходить, это будет жопа. Надо посмотреть. Не, он такое чувство, будто обходит. Ну да, он обходит. Угу. И он двигается без остановок. Какой ты медленный, блин, вообще. Я буквально минуту назад говорил, как же он быстро двигается. А, нет. Ага, он не обходит. Он делает длинный путь. Угу, окей, понял, Ферштейн. Чего? Ты сюда не будешь идти. Ясно, понятно. Оказывается, нихера не ясно, понятно, блин. Он меня все-таки услышал, да? Слышь, косолапа, тебе что здесь надо вообще? Я не понимаю абсолютно его путь. Слышь, косолапый, ты как двигаешься-то вообще? Тебя можно хоть немного прочитать? Вообще хер знает, как он двигается. Что за нахер? Иди отсюда.
Вот это баг. Вот это баг, конечно. Это да. Не баг, а фича. Давай, косолапый, шуруй отсюда. Офигеть, мы 20 минут уже здесь. Да. Супер вообще, ничего не скажешь. Бляха-муха, ты задрал меня. У меня будут хоть какие-то шансы? Бляха-муха, так он ушел, оказывается. Бля, может сохраниться, а? Нельзя сохраниться. Я не понимаю его траекторию вообще. Я не понимаю его траекторию от слова совсем, блядь. Простая траектория, он ходит как хочет, блин. Козлина, иди отсюда. Вот он опять туда ушел. И что мне с этим делать, хер его знает. Вон туда можно или нельзя пройти, я понять не могу, блин. Лучше дождаться, когда он пройдет. Вообще непонятно, как он ходит. Бля, мне кажется, сейчас был хороший шанс. А если вот пойти оттуда, точнее, пойти туда, откуда он пришел? Он вообще из ниоткуда пришел, получается. Я хера знает, блин. Этого косолапого. Вообще, по сути, если он сейчас начнет сюда заворачивать, можно будет пройти за его спиной. Очень похоже, что сейчас уже повторяется.
Я, кажется, понял. Так, ну теперь мне нужно, получается, что сделать? Вот это что такое, мне интересно. А, рюкзак. Так, ну сохраниться опять нельзя, как бы. Ну ладно, давайте попробуем. Эй, говнюк, я здесь. Давай. Давай, 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 давай. Так, ну-ка давай-ка еще раз. Здесь вроде нормально было. Давай, давай, давай. Так, по состоянию вроде все нормально. Ну давай еще раз, что? Давай, давай, ну давай, с третьего раза же давно получится, да ведь? Да. Да. Жаль, конечно, этого добряка Потапыча. О, Freight Train of Hate and Hunger. I'm sorry. Мне жаль. Величественное создание утонул в грязи. Но все мы превратимся в убийц в этом новом мире. Это да. О! О! Кензи. Медведь мертв. Как бы самому не помереть. Это что такое? Это что летает? Это что за глюки? Good. You're up. Отлично, ты проснулся. Как раз вовремя. What happened? Что произошло? Ты вырубился. Я дал тебе отдохнуть. Мне все равно нужно было время, чтобы заняться радио. Ну что я говорил? Детали радиопередатчика сделали свое дело. Работает идеально. Ты молодчина, Маккензи. Просто молодчина. Мощность сигнала должна хватить. Но как знать, сколько у нас времени? Северное сияние непредсказуемо. Ясно. Значит, мы можем связаться с неотступными мельницами? Я уже настроил частоту. Просто нажми кнопку вызов и держи кулачки. Держим кулачки. Here goes nothing. И тишина. Hello? Алло? Это неотступная мельница? Помощь. Карантин. Hello? Эй, что за карантин? Is there a doctor with you? У вас есть доктор? Доктор. Can you... Вы можете? Проклятие. Черт подери. Мне жаль, Джереми. Это был мой единственный шанс. Единственный шанс... А, я начал путать их.
У них почти практически одинаковые голоса. Новые детали? Я сомневаюсь, конечно. No. There's only one way now. You need to do it. Me? Что сделать я должен? You need to take my message. А, сообщение. Я должен доставить твое сообщение кому-то. Okay. Да, да, конечно. Как обычно, опять я. You don't understand what's coming, Mackenzie. You have to take my message. None of the rest of it matters. Okay, Jeremiah. Jeremiah? Не Джереми, а Джеремайя. On the way to Perseverance Mills. A little detour that can change a lot. Небольшой крюк. Насколько небольшой крюк? I'm listening. Go through Carter. You'll need to get the old elevator system working. With the Aurora, it just might work. Go through Carter. The lower part of the dam. Look out for... Yeah, I know. Unstate. Через дамбу я должен. Through Carter, out the other side. You'll find your way to Signal Hill. Old weather service radio there. More powerful than my shortwave. You should be able to reach them. Reach. Ага. I'll give you the frequency. Ask for Atwood. Это вот позвать? Угу. What's the message? Wintermute. Wintermute? Yeah. Just that. Atwood. Зимняя тишина. Once you've done that, keep following the road north, and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days walk out. Mm-hmm. Okay. Got it. And ясно. A couple more days to recover, and then. И сдохну, да? Не подыхай, ладно. You're in no state to relax, Mackenzie. It's a short trip, but one I gotta take. And with the old bear out of the picture, I may have half a chance now. Да, старина медведь больше не будет досаждать. Well, don't make all my hard work keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Mackenzie. I hope she's okay. This. Не миндальничает. Thanks. She's out there somewhere, and she's a strong one. Strong woman, да. And I'll find her again in Perseverance Mills. Неотступных мельницах, мне нужно ее найти. Да не забуду я, чел. Давай уже погнали. Take care of yourself, Jeremiah. Береги себя. Домик зверолова. Окей, сохранение, согревание. Растяжение? Ёлки-палки, вот это растяжение, конечно. По ощущениям, минус 12. Угу. Запах? От меня воняет? Так, и Джеремай отметил маршрут, по которому Маккензи сможет покинуть загадочное озеро и предложил спасти связи с неоступными мельницами. Очередной шаг к встрече с Астрид сделан. То есть... Нет, подожди. А, вот, воскресшая надежда. Подожди, где я вообще? Кто я вообще? А я где? А, вот, дом зверолова, ну. А мне опять вот сюда вот на дамбу. Ну так, да, я понял. Это вот у меня столько всего не сделано, серьезно? Да. Ладно. Нет, не ладно. Мне нужно понять, а что у меня лишнее. Ну, явно антисептик лишнее. Damn it.
В смысле? Не помню, у меня столько всего лишнего, что ли, серьезно? А это мне, конечно, нахер не надо, но что поделаешь. Надо все использовать по полной. Давай, бросить. Угу. Твою мать, сколько же ненужного у меня тут. Бросить. Бросить все, да. Капец, а чё мне чё-то выбрасывать? Патроны для ружья я не буду выбрасывать. Вот это вот вполне сойдет за импровизированный нож. А у меня есть охотничий нож. Можно вот это выбросить спокойно. Можно все палки бросить. Угу. Да, конечно, это да. Бросить. Чё, мне одной банки, что ли, не хватит? Бросить. Я вот эти, кстати, ношу, поношенные. А эти похуже, да? Эти получше. Действие, ремонт. У меня... А, высушенная кожа мне надо. Я не то сделал, серьезно. Я немножечко лоханулся. Ладно, тогда пойдет так. Да, моя скорость будет меньше, но и риск растяжения есть. Сейчас мы еще кое-что придумаем. Прогорклость, видимости, приготовленный. Ага, он приготовленный, это хорошо. Таблетки для очистки воды, это вообще замечательно. Это я все ношу. Ткань. Твою мать, это, конечно, да. Вообще, если я вот это вот выброшу, бросить все, у меня ровно 10 грамм остается. Отлично. Да, вот это я побросал, конечно. Ну, в принципе, давайте будем заканчивать. Продолжим как раз в следующей серии. Я сохраню игру. Новое сохранение вот так. История 8. Вот. Вот так пускай выйдет. Всем спасибо большое за просмотр. Мы все-таки победили этого медведя. Это очень хорошо. Ставим лайки, подписываемся на канал, на телегу, на дискорд. Все ссылочки есть в описании под видео. В том числе и на плейлист. Всем удачи и всем пока.